Всем привет, доброе утро. Вы смотрите Breakfast Show. Сегодня уже у нас четверг, 28 марта. Рад всех приветствовать. Сегодня я в одиночестве. Ну как в одиночестве? С вами? Разве будешь в одиночестве? Разве удастся укрыться, так сказать? Поскольку Таня приболела немного, но завтра обещала быть. Все нормально, все штатно. Вот, я надеюсь, что ваша поддержка и ваша любовь Татьяне помогут к завтрашнему дню реабилитироваться. Не хотелось бы спекулировать, но все равно ставьте лайки, так сказать, подписывайтесь на канал и присылайте донаты, можно присылать, вот если бывает, знаете, такая проблема, не знаешь, что написать в донате, а вот, собственно, можно Татьяне пожелать выздоровления скорейшего и чтобы завтра вы с ней увиделись не только в Breakfast Show, но и в программе «Ключевые события», которые она ведет и завтра, я надеюсь, запишет в Вильнюсе. Ну, мы сейчас продолжим. Единственное, что хотел сказать, многие спрашивают, почему мы, вопреки обещаниям, до сих пор не сменили музыку. Ну, знаете, друзья, так многие просили ее не менять, что мы решили еще на неделю оставить. На самом деле, на следующей неделе все должно поменяться, причем не только музыка, а вообще все начало, которое многие из вас критикуют. Посмотрим, как вы будете критиковать на этот раз. Ну, а пока, вашему вниманию, новости с Юлией Панкратовой. Всем привет. Главные события к этому часу. И я начну с сообщений, которые приходили вот буквально сейчас, ну, сегодня ночью. Несколько городов Украины подверглись атаке шахедов. В районе полуночи по местному времени был атакован Харьков. Также сообщается о взрывах Запорожья. Глава Запорожской областной администрации Иван Федоров объявил, что в результате удара по частным домам есть пострадавшие. И сообщают об одном беспилотнике, атаковавшем Одессу, и еще об одном в районе Кривого Рога. И я надеюсь, что еще какие-то подробности будут уже к нашему следующему выпуску, пока мало сообщений. К другим новостям. Накануне на склад Wildberries в подмосковной электростали приехали сотрудники полиции и Росгвардии. Они проверяли документы у работников. Там, как известно, много мигрантов. По данным телеграм-канала «База», всего задержали как минимум 40 человек. У склада были припарковано несколько автозаков. И вот, кстати, не знаю, странное замечание, но когда видишь такое огромное здание, вот этот цвет мадженты, рядом с ним автозаки, это очень сильный визуальный раздражитель, как, на мой взгляд, царапает глаза. И, ну, я еще замечу, что такое обостренное внимание силовиков к мигрантам по всей стране, и, конечно, это связано с терактом в Крокусе. По последним данным, в списке погибших 143 человека. Количество увеличивается, люди умирают в больнице, к сожалению. Силовики задержали за сутки 5 журналистов. Часть проходит по делу об участии в работе ФБК. Накануне задержали и допросили Александру Астахову и Анастасию Мусатову. Они проходят как свидетельницы по делу журналистки «Сотовижн» Антонины Фаворской. Девушки приехали встречать свою коллегу, которая должна была покинуть изолятор временного содержания. Однако сразу на выходе Фаворскую опять задержали и повезли на обыск, который прошел у нее дома. На место событий, к дому, приехали корреспондентка «Сотовижн» Екатерина Аникевич, журналист «Руснюс» Константин Жаров. Их тоже буквально тут же задержали, причем Жарова при этом еще избили. В отделение полиции позже вызвали скорую помощь. И еще накануне в Уфе была задержана журналистка «Руснюс» Ольга Комлева. Она также обвиняется в работе на ФБК. Очевидно, это дело не имеет отношения к делу Фаворской, но, вероятно, инкриминирует им все же одно и то же. Ну и последнее. В Измайловском Кремле, это Москва, квест «Белогорье в опасности» переименовали в «Сказочное путешествие Ивана». Квест идет уже 2 года, его название взяли из фильма «Последний богатырь». Ну и несколько, собственно, дней в организацию шли гневные комментарии, буквально ее завалили. Создатели квеста обвиняли в неуважении к жителям Белгорода, который почти каждый день подвергается обстрелам. По традиции их также приглашали в Белгород, чтобы на месте пройти квест на выживание. Ну, я, кстати, на месте организаторов была, радовалась бы, потому что, по-моему, «Сказочное путешествие Ивана» – название куда как более емкое. На этом у меня пока все. Встретимся через час.
Спасибо Юлии Панкратовой. Действительно, увидимся через час. Пока давайте традиционно посмотрим на нашу карту, которую мы с вами заполняем. Таким образом, вы оставляете свои города вещания в чате, сопровождающем нашу трансляцию, и они буквально через несколько секунд появляются вот в таком бегущем режиме на нашей карте в виде точек. И вот какую-нибудь одну точку мы высматриваем. Вон в Южной Америке какая-то точка наверху. А, это, наверное, наша Валенсия, куда всех отправляют. Да, это Валенсия. Вот, не, Валенсия не годится. Валенсия у нас это... Тогда пойдем совершенно другую, в какую-нибудь Юго-Восточную Азию сегодня. Что у нас из экзотического? Вот эта вот здоровая точка красная, что она? Или там оранжевая, как я не рассмотрю. Я не вижу, что это. Просто мне не видно. А, Тане. Это Индия, короче говоря. Окей, хорошо. И в Индии тоже нас смотрят 5 человек. Или тоже какая-то ошибка. Ну, в общем, давайте продолжим, посмотрим, что будет к концу. Также всячески призываю ставить лайки и отсылать ваши сообщения, пожелания в донатах. Вчера их было, надо сказать, довольно много. Один я, надо сказать, забыл прочитать еще с там позавчерашнего, что ли, дня, с 25 марта, с днем рождения, Брэкфаст Шоу, любимый канал, прислал нам НАТО, кажется, если я не ошибаюсь. Вот, а вчера еще были, вчера, предваряя сегодняшнюю программу, Ксения Сергеевна написала: дорогая редакция, прошу передать привет и поставить песню Галине Викторовне из Карлсруэ, которая смотрит Брэкфаст Шоу каждый день, от Ксении Сергеевны из Мюнхена, которая тоже смотрит Брэкфаст Шоу каждый день. Спасибо большое, обязательно поставим какую-нибудь, или даже, может быть, исполним самостоятельно. Кстати, сегодня, да, сегодня будет пастишок, и он такой в виде песен, не то чтобы я там буду петь, но, в общем, все увидите. И сегодня не от адской белочки, от Льва Опекушина, но все это, как обычно, в конце выпуска. Вера Альбертс написала: приглашаю заочно Татьяну на горячий шоколад, хорошо помогает при простуде. Александр, как вы думаете, резали бы ухо и пытали бы током, если бы задержанные вдруг оказались не таджиками, а чеченцами? Мне кажется, это весьма риторический вопрос, но мы как-нибудь, я думаю, так или иначе, вы поймете по нашим обсуждениям, если не сегодняшним, то следующим. Джинкс написал: я вообще-то спортивные новости обычно пропускаю, но в вашем исполнении, наверное, это отлично пойдет. Мне кажется, это Юлии Панкратовой, которая вчера предложила ввести выпуски спортивных новостей у нас, ну вот, и про исполнение ее тоже говорится. Ну что же, с обязательной частью у нас покончено, мы ее продолжим попозже, на этот час, так сказать, покончено. Сейчас обратимся к новостям. Накануне наши коллеги из издания «Сотовижн», из других изданий ждали, что отпустят журналистку Антонину Фаворскую из спецприемника Сахарова, где она отбывала арест. Однако оттуда она не вышла, и более того, произошли задержания. Задержали еще двух журналисток, которые вот были на этой встрече. И там не только эти события происходили. Сейчас мы поговорим об этом с адвокатом Михаилом Бирюком, который там тоже был. Михаил, здравствуйте. Доброе утро. Михаил, скажите, пожалуйста, с Антониной Фаворской, насколько я понял, ее не выпустили, задержали и отвезли на допрос. Что ей вменяют? Пока неизвестно, что ей вменяют. Допрос начнется сегодня в 13 часов дня в Главном следственном управлении Следственного комитета на Техническом переулке. После этого будет ясность, по какой статье ее привлекают, что именно вменяют ей вину. А есть какие-нибудь подозрения, что это может быть? Ну, из постановления о производстве обыска, которое я вчера увидел на обыске у Александры Астаховой, следует, что она причастна к деятельности ФБК. Количество статей, которые вменяются ФБК, ну, наверное, статей 20. Поэтому что именно вменят ей и в каком виде будет сформулирована ее причастность к деятельности ФБК, пока непонятно.
Ну, я просто гадаю, да, журналист, что он делает? Журналист обычно там ездит, пишет, снимает, там, я не знаю, рассказывает и так далее. Я просто пытаюсь понять, криминализована ли уже эта деятельность в России. Ну, на этот ответ мы, на этот вопрос мы получим ответ, наверное, сегодня днем. Как именно криминализирована деятельность журналиста и что теперь нельзя делать журналисту? Приблизительно все. Значит, а что произошло с двумя журналистками, вот Александрой и Анастасией, которые встречали Антонину из спецприемника? Я тоже был в числе встречающих у спецприемника. Где-то минут через 15 после ожидаемого времени выхода Поворска, когда она не вышла, к спецприемнику подъехали две «Газели», из них вышли сотрудники полиции и посадили девушек в «Газели». На мое требование сообщить, куда их везут, на каком основании они задержаны, они ответили, что со мной поговорят позже, после чего «Газели» въехали на территорию спецприемника. Спустя 15 минут они выехали оттуда и направились в СК. Уже из СК, не заходя в здание, насколько я понимаю, «Газели» отправились на обыски. Обыски у Антонины Поворской, у Анастасии и у Александра Астахова. Вот как раз на обыске у Александра Астахова я присутствовал. Да, адвокаты были допущены на обыски. Мы наблюдали за производством следственных действий. А вы можете сказать, как проходили обыски? В том плане, что, знаете, они немножко по-разному проходят. Одни вот так бывает формально, а другие разорительно. Но в данном случае, на обыске, на котором присутствовал я, все было исключительно корректно. Обыск проходил с соблюдением всех требований УПК. Не вытряхивали, как это бывает, все на пол в кучу. Но досмотр был тщательный. Изъяли все электронные носители, все флешки, естественно, компьютеры, карты, накопители. То есть то, что необходимо... фотографа, Александра Астахова фотограф, в ее повседневной работе фактически архивы за годы ее работы. Да, вчера новость об этом всполошила наш цех, потому что Александра Астахова очень известный фотограф, и многие с ней работали или сталкивались по работе и хорошо ее знают. Александра Астахова, Анастасия Мусатова, они в каком статусе проходят? Пока мы вызваны, они вызваны на допрос в качестве свидетелей. В 12 часов на допрос я поеду с Александром Астаховым. Сейчас я у стен СИЗО-5, где иду к Григорию Мельханянцу, а оттуда уже в Следственный комитет. У вас нет буквально ни минуты в вашем расписании, потому что столько уже доверителей. Это не про вас говорит, а про систему, которая, значит, все новых людей. У нас все адвокаты работают сейчас в таком режиме. Потрясающе совершенно. А скажите, пожалуйста, недолго буду вас еще отрывать, буквально пару минут. А скажите, пожалуйста, Михаил, вы представляете сейчас интересы всех троих девушек, которые вчера вот были задержаны? Нет, у каждого есть свой адвокат. Я представляю только Александру Астахову. По УПК мы не можем представлять сразу интересы нескольких свидетелей или обвиняемых по одному уголовному делу. Естественно, у каждого будет свой адвокат. И еще скажите, пожалуйста, вот если мы говорим про статус свидетелей, а что у свидетелей вот так запросто проводятся обыски, да? Да, это, в общем, обычная практика. Если мы помним историю Михаила Лобанова, который был вынужден уехать из России, у него подряд несколько раз проводились обыски, и именно намерение провести очередной обыск у него, как у свидетеля, послужило основанием для его отъезда, потому что он понимал, что дальше возможно возбуждение уголовного дела. Спасибо большое. Благодарю Михаила Бирюкова, адвоката. Вот адвокат в данном случае Александра Астахова. И вы слышали в новостях, что происходило. Я еще добавлю чисто по новостям, что этим дело-то не закончилось. И там была еще следующая история, что вот вы помните, давайте мы, может быть, покажем те кадры, когда привозят домой Антонину Фаворскую. Вот, может быть, те люди, которые не знают их в лицо еще и не понимают вообще, о ком конкретно идет речь. Вот Антонина Фаворская, журналистка «Сотый Вижн», которая отсидела 10 суток. Ее привезли домой на обыск. Вот, вы видите, она обнимается с матерью. И
та журналистка, которая снимает вот это, вот тот человек, которому принадлежат эти кадры, она, это Екатерина Аникевич, еще одна журналистка Soto Vision. И, как передает само издание Soto Vision, ее избили. Ее избили силовики, эта съемка, она заканчивается тем, что девушку выводят из подъезда, оператора, да, ну, то есть саму Екатерину Аникевич, выводят из подъезда, ну, что-то спрашивают, давайте ваши документы посмотрим, там еще что-то и так далее. И после этого выяснилось, что ее сильно избили, и, кроме того, был еще и задержан еще один журналист, уже журналист издания «Руснews», тот, который тоже снимал вот все эти следственные действия и так далее. Конечно, потрясающе вчера, жуткие, хотя жутких событий у нас много, потрясающе жуткий был вчера вечер для независимых журналистов, которые остаются в России. Я как раз, пользуясь случаем, хотел выразить невероятное уважение и восхищение журналистами, которые продолжают работать в России, которые продолжают снимать, которые продолжают что-то рассказывать и так далее. Причем понятно, что многие из них не могут в полной мере рассказать того, что они видят. Многие из них не могут, например, выйти к нам в канал, и я с пониманием отношусь к тому, что, более того, с одобрением отношусь к тому, что они таким образом себя берегут и правильно делают, потому что это стало крайне опасно, но они продолжают работать, и, знаете, иногда говорят, ну а в чем смысл их работы, если они не могут говорить? В том числе и в том, чтобы фиксировать, потому что вот вчера было очень много зафиксировано для того, ну, для истории, если хотите, для хроники, для того, чтобы мы с вами посмотрели. Вот они очень много фиксируют, и просто даже без комментариев или без там сопроводительного текста могут выдавать много очень важной информации. Полнейший респект им, солидарность, и тем, кто пострадал, тоже солидарность и поддержка, насколько это возможно в таких условиях, и пожелание, чтобы это скорее закончилось в их отношении, чтобы они смогли нормально работать, чтобы они смогли не бояться того, что они просто снимают или просто рассказывают о том, что происходит. Впрочем, белорусский опыт, как мне кажется, показывает, что надеяться на какое-то скорое изменение в этом смысле не приходится. Вот до журналистов уже давно добирались, но такая прямо белорусская практика, она, как мне кажется, сейчас заявляет о себе в полный рост. Еще одна журналистка была задержана накануне, речь идет об издании «Руснews». Ну, там, надо сказать, что «Руснews», это мы говорили с главным редактором, и «Руснews», собственно, состоит из таких журналистов-активистов, вот, и, соответственно... И, соответственно, их журналисты время от времени попадают в поле зрения, мягко говоря, и также их задерживают. Накануне в Уфе была задержана журналистка «Руснews» Ольга Комлева, она тоже, ну как тоже, мы пока не знаем, что с Антониной Фаворской, но можно подозревать, обвиняется в работе на ФБК. Это, скорее всего, не имеет отношения к делу Фаворской, но это просто какие-то параллельные процессы, один там в Москве, другой в Уфе, так или иначе связывается с ФБК. Поговорим с бывшим главным редактором, шеф-редактором «Эхо Москвы» в Уфе Русланом Валиевым. Руслан, привет. Да, доброе утро, Александр. Да, насколько я понимаю, ты с Ольгой Комлевой знаком? Да, конечно, я с ней был неплохо знаком, мы довольно много даже взаимодействовали. Я, ты знаешь, сейчас искал в Телеграме и понял, что я тоже был знаком, я когда бы поручительство за Лилию Чанышеву подписывал, мы тоже взаимодействовали, так сказать. Ну, Лилия Чанышева, тоже Уфа, тоже деятельность экстремистской организации. Что известно насчет Ольги Комлевой, почему задержали ее?
Ну, что могу сказать? Ольга Комлева все последние годы, ну, минимум лет 6-7 я ее вижу в публичном пространстве. Она была действительно активисткой, она действительно выражала свое мнение, оппозиционное, ярко выраженное оппозиционное. Выходила на множество одиночных пикетов. Какое-то время эти пикеты у нее были даже в некотором смысле по расписанию. Посты антипутинские конкретно она публиковала по пятницам, например. Когда штабы Алексея Навального работали, она числилась волонтеркой штаба. Тут, кстати, важно отметить, именно волонтеркой. Она никогда не работала в штабе как штатный сотрудник. То есть посещала мероприятия, митинги, соответственно, всячески помогала. Публиковала в своих соцсетях, в том числе, конечно, в свое время раньше, призывы выйти на ту или иную акцию протеста. Как, например, в 2021 году, когда прошло три больших акции после задержания и заключения Алексея Навального. Раздавала интервью в свое время она часто на тему глобальной политики, на какие-то местные, локальные темы. Всячески поддерживая, собственно, Навального и критикуя как региональную, так и федеральную власть. При этом работала она всегда не в штабе, как я уже сказал, а по своей специальности кадастровым инженером. То есть она волонтерски помогала штабу. А, ну вот с Лилией Чанышевой была такая история, что она и сама говорила, что она после объявления штабов экстремистскими, да, после вот их фактического разгрома, да, отошла от политической деятельности, и, в общем, ее привлекали-то там, так сказать, за прошлые дела и за... даже не дела, а, как сказать, инкриминировали ей работу когда-то, да, задним числом фактически. Здесь такая же картина, или Ольга Комлева продолжала быть активисткой? Ну, все-таки, учитывая активность в публичном поле, Ольга Комлева продолжала активизм. Все-таки она продолжала те же самые посты публиковать, я не знаю, надевать футболки с какими-то высказываниями антипутинскими прежде всего. То есть в этом смысле, как гражданский активист, она сохраняла вот эту самую, извините уж за тавтологию, активность. Вот. И плюс, как журналистка, посещала мероприятия различные. Ну вот, как вы, наверное, отметили, сотрудничала с Росньюз и, например, была в Баймаке 17 января и подробнейшим образом снимала на видео все происходящее. Потом опубликовала фильм. При этом она не претендовала никогда на собственную какую-то политическую роль. То есть она не говорила, вот, что я потенциальный кандидат, например, в депутаты. То есть о себе, как о политике, не заявляла. Заявляла как об активной гражданке, которая имеет свою точку зрения. Прошу прощения. Я вот хотел как раз спросить, если с Антониной Фаворской... Мы понимаем, что речь идет о, прежде всего, журналистке и о том, что, ну вот как сейчас подозревают, что она снимала то, что происходило вокруг Алексея Навального, и в том числе там ездила и на кладбище, и все такое. А что касается Ольги Комлевой, это скорее... Ну, то есть работа с ФБК, это скорее повод, да, а причина – это как раз Баймак и последние там волнения, или все вместе, или они по ФБК идут, не очень понятно. Короче, насколько местный фактор здесь играет роль? Ну, мне кажется, действительно, роль свою он играет. То есть как бы триггером и поводом послужила ее активность в последние месяцы, скорее всего. Потому что так или иначе, ведь до сих пор ее не трогали в плане уголовного преследования. Хотя надо отметить, что она оказалась крайней, что ли, по поводу тех самых митингов, которые я отметил выше. Ведь на нее повесили больше 5 миллионов рублей штрафов по там, десятку исков от правоохранителей, якобы за то, что она своими призывами людей выйти в защиту Алексея Навального спровоцировала эти самые массовые митинги и заставила работать росгвардейцев, полицейских и так далее. И вот для оплаты их затрат на бензин, на, не знаю, зарплату, все это дело повесили на нее, на Лилию Чанышеву и на еще одного активиста Ильгама Янбердина.
То есть суды по этим искам, они вот только-только завершились буквально месяц назад. Как мы понимаем, с Ольгой Комлевой будет также развиваться история, как с Лилией Чанышевой? Ну, то есть ориентировка, ориентация на несколько лет приговора в тюрьме? Как бы не хотелось так не считать, но, к сожалению, другого я спрогнозировать на сегодняшний день не могу. Она действительно была в списке номер один, что ли, подозреваемых по поводу вот этих вот экстремистских дел, так называемых, разумеется. Множество раз была на допросах в качестве свидетельницы до последнего времени. Кстати, в 22-м году мы примерно одновременно с ней ходили на допрос по делу, собственно, Лилии Чанышевой. Правда, я был один раз и сравнительно недолго, там около 3 часов, а она буквально там дневала и ночевала на этих допросах. Вот. Но опять же, тогда речь не шла о том, чтобы переквалифицировать ее состояние из свидетелей в обвиняемые. Вот. Поэтому прогноз у меня сейчас неутешительный. Это, возможно, как происходит? Если на каком-то этапе такие люди, как Ольга Комлева, ну, не интересны временно тем или иным структурам, то со временем, когда поле становится все более зачищенным, система, маховик обращает внимание в том числе и на тех, на кого вчера еще внимания не обращала. Ну, в общем, логичным путем развивается репрессивная махина. Руслан, вот пользуясь тем, что у нас пара минут есть буквально, хотел еще спросить, значит, немного отвлеченный вопрос, но вот мы видели аресты и преследования национальных лидеров в Башкортостане, да, и сейчас видим аресты и преследования лидеров, как бы это сказать, ну, я не знаю, общероссийского характера, ну, наверное, так можно сказать. Я не знаю, как охарактеризовать Ольгу Комлеву и вот Лилию Чанышеву. А каковы между ними взаимоотношения? Это одна сила, это конкурирующие силы, ну, конкурирующие, не знаю, плохо, недружественные друг другу силы. Как относятся к Навальному и навальнистам в национальной среде? Если вообще такое слово применимо, ну, в среде деятелей национального движения, так правильно? Да, вопрос понятный, и на него такого прямого ответа, к сожалению, у меня нет. Я лишь могу сказать, что вот в последние месяцы можно было наблюдать сочувствие с одной стороны и в другую сторону. По крайней мере, по тем комментариям в соцсетях, которые присутствовали. Ольгу благодарили жители Башкортостана за то, что она активно освещала события в Баймаке. Но это, опять же, события последних месяцев. Раньше вот эти вот две линии особо никак не пересекались. И действительно, сторонники Алексея Навального – это жители, прежде всего, городов, в частности, Уфы, так называемая городская интеллигенция, и их не трогали особо заботы национальных меньшинств, опять же, к сожалению, он должен сказать, проблема там изучения языков и так далее. Но в экологическом, например, плане их повестки пересекались. На Куштау в 2020 году собрались все под одним флагом, и сторонники Навального, в частности, Ольга Комлева, и жители башкирской глубинки, скажем так. Угу. А вот это единение не могло стать тоже причиной преследований? Да, вполне. На сегодняшний день вот я как наблюдаю, вот все те, кто так или иначе не согласен с генеральной линией власти, преследуются, поскольку все эти люди так или иначе сочувствуют тем людям, кто страдает по так называемому баймакскому делу. Тут, кстати, можно и дальше расширить. Вот на журналистов стало больше давления. На днях Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Аспекты Башкортостан», которое освещает всю эту историю, собственно, мной основанное издание. То есть тут можно дальше эту причинно-следственную связь развивать и предположить, что и на Ольге Комлевой этот процесс не остановится. Спасибо большое Руслану Валиеву, бывшему шеф-редактору «Эхо Москвы» в Уфе. Спасибо. Его глазами, собственно, смотрим на то, что происходит в республике. Итак, накануне были отмечены существенные, серьезные шаги
так называемых правоохранительных органов, силовых органов в отношении журналистов. Сейчас журналистов довольно сложно отделить от активистов, бывает, и, видимо, это тоже триггерит так называемые правоохранительные органы. С другой стороны, чистые активисты, видимо, так или иначе закончились или заканчиваются, а необходимо дальше продолжать симулировать деятельность, дальше продолжать как-то бороться за звездочки и все прочее. И с этой точки зрения, еще раз, наверное, стоит проговорить об этом, с этой точки зрения для силовых органов и для их отчетности, в общем, не так важно, натурального ли террориста они поймали, вот, ликвидируя теракт или предотвращая какой-нибудь теракт типа того, что был в Крокусе, или они, значит, взяли кого-то за взаимодействие с ФБК. С точки зрения так называемого закона, с формальной точки зрения, им абсолютно все равно, они таким образом борются якобы с террористом. Только число терактов это не уменьшает, а увеличивает количество политических репрессий. Что касается терактов в Крокусе, то еще одним, в общем, весьма предсказуемым, как мне кажется, последствием стало появление наказанных, так сказать, или новых уголовных дел, или не обязательно уголовных дел, но наказанных за высказывание, за оценку этого теракта. И к этой теме мы обратимся через несколько секунд. Журналист 7 на 7, а также ведущий этой программы Максим Поляков поможет нам разобраться в том, сколько же людей и за что пострадали, так сказать, стали преследуемыми в результате того, что вот произошел теракт, и после теракта, значит, начали разыскивать тех, кто неправильно высказался. Максим, доброе утро. Саш, привет. Доброе утро всем зрителям. Я вчера следил за развитием событий, выделил несколько случаев. Таких случаев мы пока знаем, что их несколько, ну, до 10 пока что, во всяком случае. И все эти люди что-то говорили в прямом эфире стримов или что-то писали в комментариях под новостями о том, что произошло в Крокус-Сити-Холле. И я вот для себя выделил две группы, скажем так, две группы причин, да, почему к этим людям пришли силовики. Первая группа – это когда человек сказал какую-то глупость. Вот он не подумал, он что-то ляпнул, что-то написал, и вот, здрасте, приехали. К нему на порог входят полицейские, следователи, другие силовики. И есть группа высказываний о том, что в Москве происходит много событий, Москва жирует, Москва объявляет траур, а вот мы живем где-то здесь, в небольшом городе, в небольшом селе, и про нас никто не думает, про нас забыли. Вообще, как бы нужно посмотреть, сколько у нас тут людей, ну, грубо говоря, умирает от всяких разных событий. А что только про Москву говорим? И здесь вот это для меня, ну, оказалось удивительным. Я хочу чуть подробнее рассказать про несколько случаев и обсудить с тобой, Саш. Первый, наверное, самый известный случай – в Петербурге, там на 14 суток арестовали декоратора Николая Коношенко, возбудили дело об оправдании терроризма. Вот в своих публикациях он интересовался, типа, вот почему Крокус, а не Кремль, да, и вообще написал, что концерт группы «Пикник», оказывается, это вот, ну, не такая большая цель для террористов. Какие последствия для него наступили? После публикации его скриншотов, его заявлений в Z-каналах, его супруга, она, мы вчера об этом тоже чуть говорили, покинула руководящую должность в проекте «Новая Голландия», а сам он пытался улететь, приехал в аэропорт Пулково, но там его задержали силовики. Высказывания эти были удалены из соцсетей, а он сам извинился, сказал, что приношу глубочайшие извинения, не поддерживаю терроризм и так далее, и так далее. А еще один случай произошел в Нижнем Новгороде. Мне тоже кажется, что вот девочка, я бы даже так сказал, что она вот как-то что-то не то ляпнула. Училась в школе, у нее была стипендия мэра. Она, все хорошо у нее было, но должна была поехать в Москву. Мама купила ей билеты. Вот в эти дни произошел теракт. И мама сказала, нет, никуда ты не поедешь, билеты сгорели.
И она оставила, собственно, комментарий. Да что такое, я типа никуда не еду, все, билеты мама отменила из-за Крокуса и так далее, так далее. Большая волна недовольства возникла. Девушку, значит, попытались, значит, тоже снова ее принудить к извинениям. Принудить к извинениям. И лишили ее стипендии мэра. Вот все, нельзя, нельзя, нельзя. Вот, поскольку она несовершеннолетняя, пока про уголовное дело ничего не слышно. Еще два коротко дела. В Москве был задержан человек. Он сказал, что ему нравятся звуки выстрелов. Полная глупость. Сам он был недалеко от места теракта. Задержали, раскаивался. Вот все, что-то сказал не то. И в Краснознаменске тоже задержали юношу за ролик в Телеграме. Он говорил, что, ну, если перефразировать, что ему все равно на происходящее в Москве. Ну, я так очень аккуратно скажу. Вот это первая группа, скажем так, того давления на комментаторов, которые я увидел. Что ты думаешь про это, Саша? Ну, что тут думать? На самом деле они всегда так делают. Так, другое дело, что не комментаторы, разумеется, а правоохранительные органы, так называемые. Вот такое, надо что-то сделать для страстки, мне кажется. Вот так. С другой стороны, их легко ловить, опять же. Да, я единственное, что вот, конечно, потрясающе, да, второй день не устаю удивляться, собственно, мужу бывшего директора Новой Голландии, вот, что, ну, насколько надо быть вне контекста того, что происходит в России. Это безусловно. И это, кстати, вот, мне кажется, ко всем относится, абсолютно ко всем тем, кто там высказывался. Если бы эти люди, например, смотрели Breakfast Show, мне кажется, они бы были бы сейчас на свободе, просто понимали бы, как бы, что происходит в России. А когда ты вдруг обнаруживаешь у себя на пороге наряд, значит, полиции, думаю, ну, ко мне-то не должны приехать, у меня-то все в порядке, я-то лоялен властям вообще, что происходит. Я-то говорю это совершенно обычные вещи. И ты знаешь, что еще? Вот мне кажется, я тоже заметил этот тренд, что стало... раньше же тоже часто, когда ты приезжаешь в регионы и говорят, Москва жирует, а вот мы здесь бедствуем. И это такое абсолютно общее место. Сейчас это просто... Наверное, это можно говорить еще в обычные дни, но в дни терактов так с точки зрения властей говорить нельзя. Ну, это мы помним, извини, мы же помним атаку Соловьева, который в прямом эфире у себя в программе сказал, что типа в Белгороде все люди просто истерят, и нечего там им высказываться о том, что бомбят. И вот, ну, что там люди устроили. Мне кажется, что это такая антиколониальная оптика против Москвы, она все больше и больше проявляется. Расскажу про несколько случаев, и здесь мне тоже кажется важным с тобой их обсудить. Первый, наверное, самый громкий случай произошел в Липецкой области. Там женщина, ей 50 лет, она вела трэш-стрим. Ты знаешь, что такое трэш-стрим? Ну, собственно, мы сейчас с тобой буквально находимся в трэш-стриме. Ну, нет, конечно, нет, но тем не менее, конечно, знаю. Есть там... Что только не происходит в этих трэш-стримах. Ну, в общем, да, люди очень зачастую что-то делают с собой или с теми гостями своего трэш-стрима, делают какие-то эпатажные поступки, что-то говорят, и часто за донаты, да, и вот это все называется трэш-стрим. Она вела такой стрим и сказала фразу, я повторю, здесь, мне кажется, это важно, она сказала, что, ой, мало их убили, там всего 113 человек, нужно было гораздо больше, что вот тогда бы мы на периферии удовлетворились. Дальше силовики распространяют видео. Я решил, что мы не будем его смотреть, я его коротко перескажу. Сначала заходят к ней домой и говорят, здрасте, вы знаете, по какому поводу мы пришли? Все очень чинно, мирно. Она говорит, да, знаю, вот из-за того, что я что-то сказала и так далее. Поехали в отделение. Ее сажают в машину, привозят в отделение. Там же в отделении видно, что она плакала, что она, голос ее стал дрожать. Она говорит, что... извиняется, что она ничего такого не хотела, что всего лишь стрим смотрели 60 человек, да там ничего такое. У нее на видео говорит, что сын воюет, и она много выпила, и горюет, и про нее все забыли, и очень сложная ситуация. НТВ, где показали это видео, говорят, что еще и муж. Вот в новости, в текстовой про мужа ничего не говорится. В итоге она записала извинения, говорила, что когда вот это все стрим был, она выпившая была, нервничала, что-то говорила неправильно, поэтому прошу извинить. Ну, в общем, расследование идет, наверняка будет уголовное дело, потому что, как ты правильно заметил, это очень легкое
мишень, легкая мишень. Еще один случай в Башкортостане, сегодня вот много новостей оттуда. Там тоже человек вел трэш-стрим, 43 года ему, и, значит, у него был 61 подписчик, и мужчина назвал Москву отдельным государством. Типа, мол, это у вас в Москве траур, а вот у нас, он написал в Башкирии, да, но в Башкортостане траура нет. И полицейские тоже к ним пришли, и что сделали? Тоже записывали его извинения, принуждение к извинению. Вот что было. Ну и последний случай, который хочу рассказать, он тоже похожий, но здесь силовики как-то очень, ну так они отработали интересно, они опубликовали пресс-релиз, что они задержали парня из одной из республик Средней Азии, да, как сейчас правильно говорить, Центральной Азии, и что он тоже что-то такое говорил против власти, как-то неправильно сочувствовал жертвам теракта, и они записали извинения, и вот так вот там он стоит испуганный парень, и они ему говорят, там, чего ты, чего извиняйся, он говорит, извините, из-за чего, он говорит, ну вот потому что я что-то не то сказал, что не то, где, когда, вот потому что вот теракт, все, я соболезную. Мы видим, что объединяют эти случаи, еще раз, общий уровень давления со стороны силовиков и принуждение к неким действиям публичным, да, к публичному извинению для того, чтобы, я не знаю, вот я думаю, что отчасти это может быть потому, чтобы показать другим людям, будете что-то такое писать, говорить, а придем к вам. И вот именно поэтому это разгоняется на НТВ, в Z-телеграм-каналах, в каких-то популярных больших пабликах. Смотрите и так не делайте. Более того, в больших пабликах или Z-каналах там еще идет работа. Там идет работа по выявлению таких людей. То есть, что делает аудитория? Если она где-то видит вот какие-то такие стримы на 60 человек или еще что-нибудь, и они оказываются такими зрителями, они отсылают в паблик и говорят, посмотрите, какой, значит, дальше там нехороший человек. Другая часть аудитории начинает асинт исследования. Кто может быть этот человек, что выявляют его и так далее. И следом подключаются силовые органы. Уж не знаю, существует ли непосредственная связь, значит, между деанонимизацией и последующим появлением правоохранительных органов, или эта работа ведется параллельно. Вот. Но, тем не менее, вот это, эта штука. И потом в пабликах все вместе эти люди, которые деанонимизировали, их радуются тому, что, значит, кара настигла. То есть еще параллельно происходит какой-то праздник такого общественного безумия. В некотором смысле, извини, в некотором смысле напоминает ритуал закидывания камнями. Ну, только без камней и только, в общем, без смертоубийства. А так, в принципе, так и есть. Толпа там налетает на человека, сначала его позорят как-то и вытаскивают перед теми, кто может наказать, а потом все наказывают, и все страшно радуются этому наказанию, все страшно радуются вот этой гражданской казни, которая происходит. Я вчера, когда об этом размышлял, я подумал, что силовики очень умело, как бы это грустно не звучало, в кавычках умело, используют ненависть, которая в последние два года стала отличным социальным клеем. А именно они поощряют ненависть, когда после чего инициатива идет уже снизу. Больше доносов, больше расследований, больше слов таких очень приятных в наш адрес, после чего мы будем делать это как-то в усиленном режиме, в 10 раз чаще, больше, лучше, и еще как бы так вот очень злорадно хохотать, если это вдруг принесет результат, человека поймают, посадят, возбудят уголовное дело, и мы будем чувствовать свою сопричастность с этим драконом. Да, но есть такой тоже эффект. Как ты полагаешь, между... Ты же сначала московские случаи выделил, а затем региональные. Есть ли какая-то региональная специфика, помимо той, что в регионах как раз люди кивают на Москву, что она зажралась и все прочее? Специфика, ну, может быть, в работе силовых органов и так далее. Я не могу сейчас сказать, что есть какая-то конкретная специфика. Единственное, в чем я более уверен, это в том, что это не всегда это, значит, инициатива снизу. Вот
то, как проходили задержания, то, как приходили к людям, то, о чем говорили, то, как снимали эти видео силовики, видео с извинениями, говорит о том, что есть большая команда сверху, каким образом с этими инцидентами работать. И здесь неважно, пришел сигнал от каких-то зрителей из чата, вот они заметили, написали донос, или сам прокурор, сам силовик увидел, не знаю, или он сам увидел обсуждение в этом чате и ножками говорит такой, пришел, ага, все, есть дело. Вот подавление таких случаев очень быстрое, очень показательно, это свидетельствует о том, что есть команда сверху. Спасибо тебе огромное за то, что подготовил этот обзор. Максим Поляков, журналист 7 на 7 и ведущий Breakfast Show, как минимум по понедельникам. Спасибо огромное, Макс, и счастливо. Мы продолжим через несколько секунд. Уже у нас на очереди военный обзор от Юрия Федорова. Юрий Евгеньевич на месте. Не просто на месте, я бы даже сказал на посту. Доброе утро, Юрий Евгеньевич. Это правда. Доброе утро. Ну, вот мы с вами говорим во время очередного обстрела Украины. Редко у нас становится это темой наших разговоров. Ну, просто потому, что это такое повторяющееся событие. Мы говорим, ну, а, собственно, что тут еще скажешь, что анализировать, как говорится. Но, как я понимаю, всегда есть аспекты, ну, время от времени находятся, скажем так, аспекты. И чтобы нам поговорить, и чтобы нам на это обратить внимание, насколько я понимаю, в последние дни Украину обстреливали не какими-нибудь ракетами, а цирконами, и есть в этом некоторая особенность. Это правда. Во всяком случае, появились в СМИ в Украине и в социальных сетях появилось довольно много сообщений о том, что цирконы используются для ударов по городам Украины. Было сообщение, ну или заявление информации офиса президента Зеленского о том, что в Крыму Россия накопила несколько десятков или, ну, разместила, дислоцировала, складировала, если хотите, несколько десятков этих самых ракет «Циркон», которыми она собирает, уже обстреливает и будет обстреливать территорию Украины. Ну, прежде всего, города, большие города и объекты инфраструктуры. Значит, возникает вопрос, что это за такая ракета и можно ли с ней бороться. Дело в том, что уже еще в, по-моему, в 2018 году, вот когда Путин произнес это, значит, в своем обращении к посланию к Федеральному собранию, где были эти знаменитые показаны всякого рода мультипликационные картинки о том, как боеголовки входят в атмосферу и там идут какие-то чудовищные подводные лодки, плавают под землей. Там же он говорил о том, что вот есть такая ракета «Циркон», и затем он несколько раз повторял эту информацию. Вот есть некая ракета гиперзвуковая. Путин вообще очень любит такие термины, там сверхзвуковая, гиперзвуковая, суперзвуковая. Ну, в общем, какие-то такие квазивоенную терминологию очень любит использовать. Так вот, есть такая гиперзвуковая ракета «Циркон», которую никто не может перехватить. Это, в общем, очередное абсолютное оружие, которое имеется у Российской Федерации. И что на самом деле представляет собой эта ракета? Значит, действительно появилась и принята на вооружение ракета, скорость которой может достигать скорости 8-9, иногда даже говорят, скоростей звука в воздухе. Скорость звука в воздухе, напомню, это 330 там, с небольшим метров в секунду, ну, на поверхность, у поверхности Земли, потому что скорость зависит от давления, от плотности воздуха.
Действительно, вот есть ракета, которая может такую скорость развивать. 8-9 километров, значит, скоростей звука в воздухе, или так называемое число Маха, это примерно от 9 до 10 тысяч километров в час. Ну, это более, я думаю, более знакомо зрителям и слушателям, вот эта вот цифра 9 с лишним, скажем так, километров, тысяч километров в час. Можно себе представить, да, такую скорость, ну, проще, чем скорость там в несколько километров в секунду. Значит, километров в секунду это будет примерно там где-то 2,6, ну, где-то между 2,6 и 3 километрами в секунду. Очень большая скорость на самом деле. А можно ли эту ракету перехватить? Да, наверное, можно. И ее перехватывают, кстати говоря. Значит, никакого абсолютного оружия, никаким абсолютным оружием она не является. И вот почему. Значит, да, ну можно показать вот эту картинку еще раз, карту, с какой скоростью, какое количество минут эта ракета может долететь до, там, скажем, до Киева, до других городов Украины. Это картинка, карта, которая опубликована в Украине, и, в общем, она действительно, действительно впечатляет в известной мере, потому что, ну, где-то порядка 6-8 минут требуется на такой ракете, если ее запускают из Крыма, и вот она может в течение этого времени долететь до, соответственно, до крупных городов Украины. Теперь вопрос о том, можно ли ее перехватить, и в чем сильные, в чем слабые стороны этой ракеты. Вот если посмотреть на рисуночек, очень примитивный такой рисуночек, который я изобразил, вот это примерно характер траектории ракеты. Ну, она стартует, выходит на высоту где-то в 40, около 40 километров, и дальше двигается вот с этой самой скоростью 8, от 8 до 10, ну, все зависит от того, как она разгоняется, значит, ну, вот, может быть, даже до 10 тысяч километров в час. Вот на этой высоте. Но что происходит дальше? А дальше ракета должна попасть в какую-нибудь цель, то есть она должна снизиться. И вот тут возникает масса проблем, вообще связанных с гиперзвуковым оружием как таковым. Потому что скорость вот эта 8, от 8 до 10 тысяч километров в час – если движущийся в атмосфере объект входит с такой скоростью в плотные слои атмосферы, то есть снижается до высоты примерно там в 10, 20, 10 километров, ну, в общем, лучше до 10, она нагревается до поверхности этого тела, нагревается до нескольких тысяч градусов. И, соответственно, возникает угроза разрушения. Для того, чтобы предотвратить это разрушение, ну, просто чтобы не сгорела ракета или ее боеголовка, значит, ее защищают целым таким слоями теплоизоляционных материалов, которые сгорают от трения в атмосферу. Но, в общем, ее скорость нужно снижать. И она снижается просто за счет трения о воздух. Но это не единственное. Проблема, которая возникает с ракетами такого типа, с оружием такого типа. Когда, значит, боеголовка или ракета в целом, ее боевая часть или ракета в целом входит в атмосферу с такой скоростью, в плотные слои атмосферы, значит, там возникает масса разных эффектов. Ну, прежде всего, вокруг этой боеголовки возникает такой слой высокоионизированного воздуха, который изолирует, значит, этот предмет, летящий предмет, от
Ну, во-первых, перестают работать все приборы, все видеокамеры, то есть ракета ничего не видит попросту. Боеголовка, которая влетает в атмосферу, она не может видеть, куда она летит, куда она падает. И, значит, возникает экранирование от радиосвязи. Радиосвязь прекращается и со спутниками, то есть система наведения не работает с операторами, если это как-то она поддерживает связь с операторами. В общем, ракета превращается из, или бы ее боеголовка, из некоего предмета, из некоего устройства, которое способно к самонаведению или наведению по спутнику на цель, она превращается просто вот как в камень, который летит с большой скоростью и совершенно не может управлять своим движением. Но есть и другие эффекты, которые приводят к тому, что эта траектория этого полета, она начинает, значит, немного меняться. То есть точность попадания в цель минимальна. Ее скорость нужно снижать, она снижается, и вот когда скорость снижается до примерно 2 км в секунду, вот тогда эту ракету можно перехватывать комплексами Патриот. Вот, собственно, то, что и происходит, потому что в некоторых районах Украины, где куда были, значит, куда летели, которые обстреливались этими ракетами «Циркон», значит, находили обломки этих ракет, которые были сбиты патриотами. Но патриот в основном работает в районе Киева. Значит, вот там находили эти обломки. Вот такая история происходит с этими с ракетами, с гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Повторяю, абсолютным оружием они не являются. Мы с вами смотрим на события, которые происходят на фронте, в том числе уже мы 2 дня говорили и про Донецкую область, и про другие регионы. Давайте поговорим про юг, видимо, Украины, про Запорожье и Херсонскую область. Что происходит там сейчас? В Запорожской области, она и Херсонская область, на военном языке они называются, ну, по крайней мере, часть Запорожской области, южная операционная зона. Это зона, которая начинается, ну, примерно с траверзу Пологи, такой населенный пункт в Запорожской области. Вот примерно, значит, там показана эта граница между южной операционной зоной и восточной операционной зоной. В южной операционной зоне действует очень крупная группировка российских войск, группировка войск «Днепр», которой командует генерал Теплинский. И это действительно очень важный момент, вот количественные параметры этой группировки, ее численность личного состава и вооружений, которыми она располагает. Значит, она решает 2 задачи. Первая задача – это оборона или защита левого берега Днепра, с тем, чтобы, ну, вытеснить вооруженные силы Украины из тех плацдармов, которые они, небольшие плацдармы, которые, значит, там были созданы и завоеваны морской пехотой Украины. Это первая задача, выстроить такую линию обороны с тем, чтобы предотвратить возможное наступление ВСУ на уже из-под Херсона, значит, туда в сторону Крыма. Но главная задача, как я понимаю, этой группировки в данный момент вытеснение вооруженных сил Украины с вот вклинения в районе Орехова, из-под, значит,
к югу от Орехова. Вот это вклинение, оно выделено красным кружочком. Это известный плацдарм Работина, Вербова, Новопрокоповка. Вот этот треугольник, в котором уже начиная с лета прошлого года, ну, то есть с начала лета прошлого года, идут ожесточенные бои, и ВСУ смогли продвинуться немного, ну, как немного, в общем, километров, наверное, на 10 в лучшие времена, продвинуться в сторону Токмака. Теперь задача ставится вытеснение этих, значит, соединений и, ну, нескольких бригад ВСУ из этого вклинения. Но вопрос в другом. А что может и что будет делать дальше, если эта задача решена? Потому что там создана, повторяю, достаточно крупная группировка российских войск. И это непосредственно связано с анализом, с прогнозами летней, уже сейчас это весенняя кампания боев на фронте в Украине, а идет подготовка к летней кампании. И вот здесь возникает масса разных предположений, вопросов, и аналитики пытаются и стремятся дать ответ на вопрос, как будет развиваться кампания летом. Это ключевой вопрос, потому что лето этого года может сыграть очень важную роль. Я не хочу использовать термин «решающую», потому что мы его все время, этот термин, использовали, когда речь шла о тех или иных сражениях, о том или ином развитии событий на фронте. Но, в общем, очень важную роль. Дело в том, что, видимо, этот год последний, когда российская армия, или Россия вообще, сможет вести такую серьезную, очень крупную войну на истощение. В Украине нужно добиваться какой-то серьезной победы. Собственно, об этом постоянно говорят разного рода аналитики, ссылаясь на возможные приказы Путина добиться крупных побед летом этого года. То ли взять Харьков, то ли взять Киев, выйти на подступы к Киеву. Такая версия ходит, циркулирует в разного рода социальных сетях и в СМИ. Хотя, на мой взгляд, эта версия несостоятельна. Гораздо опаснее для Украины может быть развитие событий на юге. В том числе и в Запорожской области, потому что если российским войскам удастся пройти через этот вот Ореховский плацдарм, Ореховский участок, то тогда может открыться дорога на Запорожье. Вот это очень неприятное может быть развитие событий. Но посмотрим. Так что вот такая картина на сегодняшний день складывается. Спасибо большое. Благодарю Юрия Федорова, нашего военного эксперта. Продолжим смотреть за новостями с фронта завтра. А сейчас просто смотрим за новостями с помощью Юлии Панкратовой. Всем привет еще раз и последние новости к этому часу. Несколько городов Украины ночью подверглись атаке шахедов. В районе полуночи по местному времени был атакован Харьков. Также сообщается о взрывах в Запорожье. Глава Запорожской областной администрации Иван Федоров объявил, что в результате удара по частным домам есть пострадавшие. И также сообщают об одном беспилотнике, атаковавшем Одессу, и еще об одном в районе Кривого Рога. Добавлю, что Харьков накануне подвергся ударам еще и авиабомбами. Они попали в школу и дома, один человек погиб, пострадали 19. Силовики задержали за сутки 5 журналистов. Часть проходит по делу об участии в работе ФБК. Извините, сейчас будет много слова «задержали». Накануне задержали и допросили Александру Астахову и Анастасию Мусатову. Они проходят как свидетельницы по делу журналистки «Сота Вижн» Антонины Фаворской. Мы рассказывали уже ее историю. Девушки приехали встречать свою коллегу, которая должна была покинуть изолятор временного содержания. Однако сразу на выходе Фаворскую опять задержали и повезли на обыск, который прошел у нее дома.
На место событий приехали корреспондентка Сота Вижн Екатерина Аникиевич и журналист Русньюз Константин Жаров. Их буквально тут же задержали. Жарова при этом еще и избили. В отделение полиции позже вызвали скорую помощь. И еще накануне в Уфе была задержана журналистка Русньюз Ольга Комлева. Она также обвиняется в работе на ФБК. Это дело не имеет отношения к делу Фаворской, но, вероятно, инкриминирует им одно и то же. В Кремле ожидают от Павла Дурова большего внимания к тому факту, что Телеграм становится инструментом в руках террористов, заявил Шот Дмитрий Песков. Блокировать мессенджер России не планируют, но вот сейчас Песков все расскажет сам. Нет, никаких планов таких в настоящий момент нет. Но, безусловно, мы ожидали бы, от Павла Дурова большего внимания, потому что его уникальный феноменальный психологический с точки зрения ресурс, который вырос, собственно, на глазах вот нашего поколения, именно что он все больше становится инструментом в руках террористов, используется в целях террористических. На глазах нашего поколения. Поразительно. Ну и, конечно, такое внимание к Телеграму связано с терактом в Крокусе. И с этим же связана такая активизация проверок мест работы и проживания мигрантов. Вот, например, накануне на склад Валберес в подмосковной электростали приехали сотрудники полиции Росгвардии. Они проверяли документы у работников. По данным телеграм-канала «База», всего задержали как минимум 40 человек. У склада были припаркованы несколько автозаков. И я напомню, что по последним данным в списке погибших в результате теракта 143 человека, растет также количество пострадавших. И много сообщений о том, что спустя несколько дней пострадавшие приходят уже за психологической помощью. Люди сразу уезжали с места событий. И вот спустя несколько дней действительно их стало настигать. И, возможно, ну, с тем, какие-то долгие уже последствия мы можем здесь об этом говорить. И вот как раз продажи антидепрессантов в России в начале этого года побили рекорд с начала вторжения в Украину. За первые 11 недель этого года таблеток было продано даже больше, чем зимой и весной 2022-го. Спросила об этом, что думают врачи. И, в общем, все логично, настойка пустырника в состоянии долгого стресса не действует. Антидепрессанты рассчитаны на долгий прием. На этом у меня все. До встречи завтра. Спасибо, Юлии Панкратовой. До встречи завтра. Я вот что хотел напомнить в середине часа, в середине нашей программы, точнее, в начале часа. Обязательно поставьте, пожалуйста, лайк, особенно если хотите, так сказать, поддержать Татьяну, чтобы завтра она вернулась. Татьяна у нас чуть-чуть приболела. Сообщу для тех, кто не понимает, почему я тут сижу в одиночестве. А также обязательно, кроме того, что поставьте лайки, подпишитесь на канал, который теперь называется, как и наше шоу, The Breakfast Show. И также, пожалуйста, заходите в магазин мерча, речь в основном о российском магазине, ссылка на него в описании, там есть новая кукуха, видите, есть не только черная, но и белая, в смысле на белом носителе, вот, на синем у нас, к сожалению, пока нет, вы понимаете, что это самый модный цвет, мы пока не угоняемся сейчас до конъюнктуры стремительно меняющейся, вот, вы видите, что в синем был сегодня одет Максим Поляков. В тех же тонах, кстати, и Юлия Панкратова. Вот. А я приотстал, поскольку хожу в мерчевой одежде, а у нас ее синий нет. Была бы обязательно надел бы на себя. Может быть, чуть-чуть это компенсирует наш следующий участник. Я даже, у меня не поворачивается язык сказать слово «гость». Конечно, это полноправный участник всех наших шоу Андрей Захаров, и всегда мы ему рады, он заходит буквально как к себе домой. Андрей, привет. Привет, я улыбаюсь, потому что ты так много шутил про синий цвет, что не смог зайти серьезно в эфир. Нет, а как тут зайти серьезно? Потому что ты знаешь вчера, что произошло? Я думал, что уже вчера утром эта тема будет на излете. Ну так, потому что уже говорили несколько, ну, пару дней, там что-то обсуждали, этих людей в синем и так далее. Я спросил, позавчера я спросил у Руслана
Левиева, спросил, что... а он говорит, а мы вообще даже еще не смотрели, мы не в курсе, чего там. И мы их попросили посмотреть, на следующий день вывели, ну, как-то поговорили, пошутили. И я потом посмотрел комментарии к отдельно выложенному ролику, где 95% примерно было, вы ничего не понимаете, все говно, CIT... А, ну, самое, что интересно, конечно, CIT и Плющев с Селингауэр брошены ФСБ на отмазывание теракт. Вот, еще один человек, который тоже был, безусловно, брошен российскими спецслужбами на отмазывание теракт. Сегодня мы усилили эту, так сказать, вот этот посыл, эту пропаганду. Вот, и продолжим отмазывать, но... Слушай, я не знаю уже, что про людей в синем. Ты вчера прокатился, так сказать, по YouTube-каналам с образовательной лекцией. Думаю, тоже свою долю комментариев и хейта получил. Вот, так что сегодня мы очень поверхностно пройдемся, а потом нам есть другие аспекты. Итак, люди в синем, как их видит Андрей Захаров. Да, кстати, насчет хейта мы тоже вчера с Доброхотом списывались, который... добровольно тоже, как и я, в это вписался, он тоже говорит, что он никогда не получал столько реплаев в Твиттере, никогда. Вот. А уж Доброход в этом смысле опытный. Да, и как раз столько реплаев, что он агент ФСБ в этом смысле, абсолютно. Вот, так что мы с ним, да. Но ты знаешь, ладно боты, ладно люди, которые там, я не знаю, просто люди. Мы получили от одного известного блогера, прямо очень известного, правда, склонного к конспирологии, тут надо признать. Вот, так что, в общем, был, так сказать, и верифицированный хейт, и обвинение в работе на ФСБ. Вообще, да, это интересно еще обсудить. Во-первых, желание людей верить в эту конспирологию и ботов. Да, я тоже вчера вот анализировал так, это ботов немножко поверхностно, пытался понять, с какой стороны они дуют на эту воду. Что касается самих людей в синем, там вчера еще даже было развитие, да, связанное с автомобилем, значит, но в целом тут довольно, мне кажется, легко проверяется. То есть давайте, есть же сомневающиеся, да, понятно, что конспирологов ты никогда не перебедишь. И они вот прям, я когда пора вступал, и там Максим Летаврин с Медиазоны, да, вступал, как, ну, ты не можешь, конспиролог тебе бросает сразу новую какую-то аргумент. Ну, давай вот пройдемся, да, то есть, что нас может убедить? Вот, во-первых, все равно, как это появилось, да, нашли людей на видео, они все в синем, это максимально популярная одежда для российских мужиков за 40, но окей, дальше что-то они кричат, и вот, значит, это агент там ФСБ СВР. Ну окей, хорошо, то есть изначально точка, у нас гипотеза максимально странная, но давайте вот не будем сейчас даже ее опровергать, просто что мы можем противопоставить, да, разговором, а мне кажется, похож-не похож, можно противопоставить нейросеть. Собственно, мы это и сделали там с Летавриным, да. Значит, есть прекрасная нейросеть от Амазона, Amazon Face Recognition. Я использую в работе, берешь одно лицо одного и того же человека, другое, если он показывает там под 99-96%, скорее всего, один и тот же человек. Вот. Соответственно, дальше мы находили, вот там есть два мужика в синем, один у поручня, я вот так, мужик в синем у поручня. Угу, вот. Да. Значит, да, вот этот вот, да, значит, его нашли ребята, которые говорили, что он сотрудник СВР, а СВР, потому что он, видишь, вот стоит с грамотой, участвовал в соревнованиях в том же поселке, где штаб-квартира СВР, поэтому он из СВР. Вот, а это физрук, действительно. Дальше берешь его, добавляешь в Amazon Face Recognition, и получается, что вот как бы, да, человек у поручня, а это физрук. То есть точно физрук. Вот прям вот 100%, да, вот который справа. А кто он такой, да? То есть второй аргумент, хорошо, давайте вот критическим. Хотя точка стартовая максимально странная, окей. А во всех случаях, когда там Беллинкет или мы все находили ФСБшников, у них был трек или ГРУшников в утекших базах за долгое время, связанные с ГРУ или ФСБ. Ну, то есть того же Баширова и Петрова вспоминают. Вот как раз, да, хорошая картинка, да. Это и главное, что Баширов и Петров на своей классической съемке, они тоже были в синем, заметь. Да, но там был прям по утекшим базам было видно, что они там в ГРУ, ну, под настоящими фамилиями, давно-давно-давно. Здесь, вот, например, этот физрук, да, он есть в утекших базах, не нынешних, а старых, которые утекли давно-давно, да, как человек, который там жил в Омске, окончил физкультурный вуз давно, не сейчас, и как бы эти базы они уже не подправят задним числом, да. Господи, что я опровергаю? Ну ладно, хорошо. Значит, поехал в Подмосковье, есть, значит, на сайте там подмосковной школы, недалеко как раз от этого поселка, где Шишкин лес, он живет, вот, да, от поселка, где, собственно, штаб-квартира СВР, работает физруком.
Трек максимально невинный, да? При этом конспирологи мне писали в комментариях, настоящие, вроде не боты, да? Ну, конечно. Вы поговорите с детьми, которых он учил. Они хоть раз видели его. Это для прикрытия он физрук. А на самом деле... Тут нечего противопоставить. Но ты знаешь, я бы и дальше пошел. Ну, поговорил ты с детьми, и чего? Они тебе, конечно, рассказали, потому что днем он физрук, а вечером, вот, он на полставки физруком-то работает. Вот и все. Вот, да. Ну, хорошо, ну, мы изначально, да, стартовая точка какая была, что как раз в этих сообщениях, да, когда люди говорят, ну и что? Ведь точка такая, вот, значит, человек упорочный, вот он с грамотой, а грамота получена в поселке, где штаб-квартира СВР, расследование закончено, опровергая Захаров. Ну, окей, хорошо. Следующий мужик, мужик в кресле, да, это более интересный персонаж, на самом деле, вот, у которого как раз ночью появился, вечером развитие, да, он, оказывается, мужик в кресле на машине еще, да. Вот он сидит в кресле, все знают, да, а потом он оказывается в лесу, там это все говорят, а он же в лесу. Значит, ну, опять мы берем face recognition. И я, главное, здесь... что подумал, ну, правда, отправить его из кресла в лес, это, ну, то... но вчера я был подвергнут страшному остракизму. А что такого, спросили у меня. Сидел в кресле. А вы, нет, знаешь, классный аргумент был? А вы что, не видели, что те, кто задерживали, были в джинсах? Не успели переодеться. Все, кстати. Конечно. Да. Ну да, мы еще скажем про конспирологию, то есть, но пока вот разбираем. Хорошо, вот он в кресле в лесу. Опять же, здесь Доброхотов с Христо Грозью, да? Вот, значит, в лесу немного другая картинка, это где он в балаклаве. Да, человек в балаклаве такой. Да. Потому что мы с Литаврином на одного подумали, там было совпадение по лесу 93%, а Амазона. А вот того, которого в итоге нашли, там за 99,6%, вот, да. По-моему. Да, вот, это... Ну, он строитель там в нефтяной сфере, он вчера давал комментарий ТАССу и РИА Новостям. Я специально брал, Подмосковье живет, фотку из ТАССа и РИА, и тоже загонял Амазон, и у меня получалось там тоже 99 совпадение с как раз мужиком в кресле. Вот, да, вот он как раз уже на ТАССовской версии. Причем, значит, он там был с дочкой, это видно было, мы с Литарином обсуждали это еще, когда делали все это, и он говорит, что он был с дочкой. Тут понятно, что конспирологов не переубедишь никак, да, потому что они тебе скажут, ну, Баширов, Петров тоже давали комментарии, а вот как раз это белорус, у которого меньше совпадений у нас получилось, вот. Вот. А нам тоже говорили комментарии, ну и что, Баширов, Петров тоже давали комментарии, Симонян. То есть здесь ты постоянно какое-то, знаешь, происходит бесконечное опровержение. Вот, и... Вечером появится продолжение этой истории, потому что многим в личку прислали, значит, еще одно расследование, что на одной из фотографий, там же коллеги проследили трек этого Рено, на которого они уезжали, да, вот, и, значит, и на огромной скорости. И там на одной из фотографий есть автомобиль, есть номер этого автомобиля, вот, и дальше, значит, соответственно, нашли кусочек похожий, тоже серебристого цвета на задержании. Значит, скорее всего, тот самый автомобиль. И, почему дальше, скорее всего? Ну, серебристых автомобилей мало в России, да. Серебристых примерно столько же, сколько голубых кофт, мне кажется. Господи, так. В голубой кофте ездит на серебряном автомобиле. Ясное дело, эшник. Да. Кстати, видишь, у меня же с погонами кофта, ты знаешь, или спецслужбистом, да. У тебя с лампасами еще была. Почему ты с лампасами не надел? Или у тебя заготовлено, ты снимешь эту, а там лампасы. Мне позвонили, сказали, что... Не надо светить. Да-да-да. Вот, значит, и, соответственно, с машины. Многие видели, давайте с машины разберем, хорошо. Значит, там дальше на этом видео с машиной указывается, что собственник этой машины какой-то мент. И опять же возникает человек в лесу, то есть, который вот до этого был в кресле. То есть получается, что по этой легенде он был в кресле, потом прыгнул в свой серебристый, забыл, что, по-моему, Тойота или что-то еще, несся... это типа машина сопровождения, всю дорогу с Рено, потом приехал в лес и там их задержал. То есть вот такая получается логика, потому что там появляется все тоже лицо в лесу. То есть мужик в кресле максимально в этом смысле мифологизирован. Да, я единственное, что попросил бы показать его, она у нас мелькнула, эта фотография, вот, попросил бы показать это его бежит, да. С бородой, если можно ли увеличить чуть-чуть, если можно, не, нельзя, да? Да, вот сейчас увеличим, потому что, значит, конечно, из-за того, что это видео, ну, это стоп-кадр с видео, борода не очень здорово видна. Ага,
Она у нас сейчас. А есть контраргумент на бороду, кстати. Из-за границы кадра уйдет. Вот. Сейчас опустим. Борода не очень видна. Некоторые говорят, что это значит, ну, так сползла повязка, вот эта вот, как это называется, балаклава, и таким образом создает впечатление бороды. Некоторые говорят, что это вообще, ну, тут все настолько мутно, что... Но мне нравится, что когда конспирологи показывают мутную фотографию, это ок, а когда ты обратно им показываешь мутную, она говорит, ну, мутная же фотка, чего ты, собственно говоря, привязался. Вот. Короче, это тот же чувак, только с бородой. Вчера просто мы не показали эту фотку, и нас с Русланом... Все, нет пруфов, фотки с бородой не показали. Ну вот вам, пожалуйста. А да, постоянно, в смысле, ну то есть здесь, да, еще у нас будет время сказать про конспирологию, да, но мне кажется, что то есть это, я почти не вступаю в спор, потому что это бессмысленно, то есть это, потому что как бы постоянно есть опровержение. Так вот машина, и там на этом видео, многие видели, значит, дальше говорится, что собственник машины мент, потому что какое-то объявление там связанное с милицией публиковал, ну и, собственно, это есть мужик в лесу, вот. Ну тут какая проблема? Дело в том, что тот собственник, который показывают, он был собственником, потому что там с 22-го года другой собственник, вот, с 22-го причем, там и страховка на него вчера посмотрел. И прикол в том, что, сейчас я скажу, как раз сейчас подкинем кость конспирологам, вот. То есть это не тот, который показывает на видео, в правдивости которого убежены конспирологи. Он из Калужской области, из какого-то там городка, как раз по дороге, да, вот этой, которые неслись, у него есть борода, и он чоповец. Андрей, все сходится, я не понимаю, какие тебе нужны еще доказательства? Чоповец. У него есть борода, то есть он, видимо... Один под прикрытием чоповец, а другой физрук. Все сошлось, ну, физруком нормальный человек разве будет работать? Конечно, ну да, конечно, спецслужбист. Да, то есть вот так, что видишь, это сказать, ну, честно сказал, чоповец и есть борода. Да, ну, конечно, но не тот, который на видео. То есть, ну, я думаю, конспирологам скажешь, ну и что? Тот, который до этого владел, тоже с ним связан. Сидел в машине рядом, они просто другу машину передали, как часто бывает. Пудов, глубокая конспирация. Да, ну, в общем, как правильно сказал Кирилл Артеменко из «Бумаги», мужики в синем будут с нами всегда, теперь, я думаю. Абсолютно. То есть это история, которая будет постоянно возникать, вот, в этом смысле она проникла в англоязычный твиттер уже. Я думаю, что это будет всегда. Слушай, а ты следил? Я понимаю, что вот эти два дня, двое суток были, в общем, выбиты. Тебя выбили из нормальной деятельности, потому что ты только и занимался, что мужиками в синем и осколками серебряного автомобиля. Вот. Но следил ли ты за тем, вот там медиазона, они поставили под сомнение то, что... Поставили под сомнение место задержания. Поскольку по их данным это могло произойти и раньше, они по камерам там отследили эти правонарушения, и последний из них появился попозже, просто в базе. Как ты рассматриваешь эту версию, и что ты думаешь по поводу того, где реально они были задержаны? Ну, кстати, да, там на самом деле вот было два хороших, как насчет расследования. Было еще «Медуза», которая пыталась геолоцировать эту точку, да? Вот, но как раз камера в этом смысле, плюс то, что сделала «Медуза», самое всех как раз отсылает, то есть, опять же, факты, да, максимальные. Вот, но в этом смысле я изначально говорил, то сейчас там такая точка, по которой непонятно, да, куда они ехали, в сторону украинской границы, белорусской границы, вот, но я изначально говорил, что здесь, то есть, да, мне указывали, что там граница белорусско-украинская, она более непроходимая. Вот, непонятно, где там, если был план перейти границу. И вообще, кстати, даже перехода границы, если позволишь, буквально вот минуту, важный момент. Давай. Ведь дело в том, что переход границу, сейчас, понятно, война идет, там максимально охраняемо, но раньше, не будем говорить фамилию, но ты знаешь, да, многие наши коллеги, которые были по уголовным делам, они из России уходили через эту границу. Более того, была такая услуга раньше на пробиве. Помнишь, была замминистра просвещения Ракова, да, которая там была осуждена. Она же тоже в сторону украинской границы двигалась, потому что, ну, как бы считалось, что была даже такая услуга, опять же, да, там было окно, ты мог за деньги это окно себе сделать. Понятно, что сейчас, значит, идет война, то есть там, если оно есть, только
Путину, да, это Путин сказал, верить, не верить Путину, тут сложная дилемма, да, но даже если говорить теории про попытку именно уйти через Украину, вот, эта попытка может быть сделана как российско-украинскую, так и белорусско-украинскую, хотя, да, там она более непроходима. В этом смысле как раз отвечает на вопрос, неважно, там, они планировали через Беларусь это сделать, или там залечь, или в сторону границы шли, то есть в этом смысле движение понятное куда-то туда, где, возможно, будет переход. Вот. Другой вопрос, если переход планировался, опять же, мы только Путину здесь верим, да, он на каком уровне согласовывался, но раньше это можно было купить окно. Вот это была такая коррумпированная тема, уход из России, если ты под уголовным делом, через купленное окно. То есть вот такая услуга существовала. А сейчас вот. Нельзя? А вот сейчас война, не знаю, я вот не видел этих объявлений, вот, но... Раз там, значит, взятки военкомата, не знаю, здесь как раз сложно сказать. Но раньше это прям вот раково же уходило, да, ее там не Зеленский лично собирался встречать, да. Вот, значит, это умельцы это дело помогали сделать раньше, вот. Спасибо тебе большое, Андрей Захаров, журналист в синей кофте, как и написано. Да, спасибо. А можно коротко сказать еще, давай, если позволишь, дисклеймер конечно. Можно сделать? Давай, да, нужно. Уважаемые конспирологи, на самом деле, я знаю, годами российская власть делала все, чтобы вы и не верили. Она там скрывала, правда, теракты Магнитогорские и прочее. Поэтому мы смеемся, потому что уже нет сил, потому что вы сами мне пишете про синих мужиков по 150 комментариев в день. Ну, я понимаю ваши сомнения, уважаю ваше право сомневаться, но реально давайте сомневаться в других местах, а не в мужиках в синей кофте. Дисклеймер закончился. Да тут масса вопросов, почему не орали «закройте двери», почему один из них ударил женщину. Вот удивительно, действительно. Никогда, собственно говоря, такого не было, и на тебе. Вот, и прочее, и прочее. Да, конечно же, да, мы вынуждены признать, что мы с Андреем Захаровым, а также накануне с Русланом Левиевым, а также к этому присоединился Доброход, еще Христа Грозева пока не было, был? Ну, уже... он писал в Твиттере тоже. Он, про синих мужиков сказал. Вот, с Христо Грозевым, с Романом Доброходовым, с Татьяной Фельгенгауэр и со всеми остальными, конечно же, вводим вас в заблуждение. Исключительно вы по фоткам выяснили всю истину, и как есть. А мы, ну, я уж не знаю, там, вольно или невольно, за деньги ли, или под угрозами, или как-то еще, конечно же, вводим вас в заблуждение. Безусловно, это тоже необходимый дисклеймер был. Журналист Синяков. Андрей Захаров был с нами. Спасибо тебе огромное. А я проводил тут опрос. Как вы считаете, люди в синем – это случайные мужики, какие-то мутные, но не ФСБ, и точно спецслужбисты? Я-то бы вот еще там вчера-позавчера до Дианона, которую провели коллеги, проголосовал бы за второй вариант, вот, а теперь даже и за первый – случайные мужики. Ну, у нас случайные мужики набирают 55%, какие-то мутные, но не ФСБ, 21%, и точно спецслужбисты, 24%, каждый четвертый уверен, что в зале были спецслужбисты, более того, какие-то действия предпринимали. Для меня это, конечно, сильно удивительно, но, с другой стороны, почему нет, если больше, так сказать, нет других точек опоры, почему бы не взять эту? Скоро у нас появится здесь Станислав Белковский, пока есть, простите, несколько минут для того, чтобы поговорить о текущих новостях и тоже в некотором смысле связанных с терактами. Владимир Путин не посетил пока раненых в результате терактов. Я напомню, что Владимир Путин когда по итогам, да, после терактов в Норд-Осте приходил в больницу, и у нас даже, мне кажется, есть фоточка какая-нибудь под рукой по этому поводу. Нет? Ну вот, да. Также и в Беслан он тоже приходил, и давайте ее посмотрим.
А вот в почему-то сейчас не пришел. Зато он поехал в Торжок. Я понимаю, что как бы между Торжком и ранеными какой выбор, собственно говоря, только Торжок. Вот. Более того, откладывалось долго. Они там нам рассказывали, что долго откладывалось. И, собственно говоря, он приехал в Торжок. Ну вот кремлевский корреспондент Павел Зарубин, как всегда, задыхаясь от восторга, рассказывает нам о том, как Путин выходит из машины и направляется к людям. Давайте вот сейчас дальше посмотрим со звуком. Смотрите, сейчас кортеж президента даже сдал назад, несколько метров назад. Вот он, Владимир Путин, выходит. Конечно, он не мог не выйти к людям. Смотрим вместе с вами, как это происходит. Наблюдаем прямо с вами за каждой секундой. Мы вас ждали, я ждала вас 20 лет. Да, ну вот такая толпа, значит, Путин, я не знаю, сколько там, опять же, реальных людей, а сколько ФСОшников, есть ли бабушки ФСОшников и что-нибудь в этом духе, но мы часто сталкивались в предыдущие разы, что часть людей или даже, может быть, все люди, которые участвовали в таких встречах, были идентифицированы как, ну, люди непростые, либо какие-то чьи-то родственники, всяких сотрудников охраны или местной администрации, или что-нибудь еще в этом духе. Вот. Но что там сейчас, неизвестно. Я на самом деле задаюсь вопросом, зачем Владимир Путин это делает, поскольку выборы-то кончились, а это такое на предвыборное мероприятие похоже. Но об этом мы как раз поговорим со Станиславом Белковским. А сейчас успеем еще к нашей любимой рубрике «Кукуха» обратиться. Вчера по поводу, значит, задержанных в теракте, в результате теракта или после теракта, высказалась уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. И я благодарю коллег из Soto Vision, поскольку они сделали такую картиночку вот с ее цитатой. И, ну, надо сказать, что очень дипломатично. То есть, слава богу, что не разорвали на части. У нас настолько цивилизованное государство, сказала Москалькова, что мы даже не разорвали на части этих людей. Хотя, в общем, по идее, все к тому располагало. Обычно мы разрываем же на части людей. Вообще это как-то принято у нас. А тут, понимаете ли, пошли очень гуманным и цивилизованным путем. Настолько цивилизованное и зрелое государство, что мы смогли избежать самосуда. Это очень и очень важно. При том, что, собственно, те, кто задерживал, они и творили самый настоящий самосуд. То, что они делали, это самосуд, отрезание уха и все прочее, что они делали, выбивание глаза, что они там еще производили с этими людьми, которые, безусловно, вряд ли заслуживают некоторого сочувствия, но в том числе и не заслуживает того обращения, которое было с ними, хотя бы потому, что никакой суд их к этому не приговаривал, да и вообще к этому в России приговорить невозможно. Это был самый натуральный самосуд, только устроенный людьми в форме, которого предпочла не заметить Татьяна Москалькова. Впрочем, ну, кто этому удивлен? А возвращаясь к, собственно говоря, Путину, там еще клевое вчера видео поступило. Давайте его посмотрим. Сказал, что управлять вертолетом намного сложнее, чем всем остальным. Сложно. Я пробовал, пытался. Ну, давайте пошли, не он просто... Ну да, управляемость тяжело. Не удержать.
Значит, Владимир Путин куда-то присел в вертолет, и ему рассказывали, как управлять. Не совсем понятно, взлетел он дальше или нет, хотя, ну как, Путин не взлетел, наверное, взлетел. Вот. Путин рассказывает, он просто уже не первый раз говорит о том, чем он занимался. Это он у Лукашенко явно подглядел, чем он занимался в прошедшие годы, и вот в том числе да вертолет, конечно, вертолет, он такой его покачивает, там, значит, трудно с ним справиться, вот, и вертолет тоже, собственно, водил. На этом к нам, мне кажется, присоединился уже Станислав Белковский. Станислав Александрович, здравствуйте, категорически приветствую. Да, доброе утро. Здрасте. А зачем Путин все это делает, хочу я спросить. То с народом встречается, то вертолет. Ему вообще сказали, что выборы-то закончились, что предвыборная кампания не нужна уже? Ну, выборы же — это чисто формальный рубеж, который ни на что не влияет. Это просто плебисцит о легитимности его абсолютной монархии, который проходит раз в 6 лет, и результат его не вызывает никаких сомнений. В этом смысле предвыборная кампания вообще — это большая нагрузка для Владимира Владимировича Путина. И он не ведет ее как-то отдельно. Он просто демонстрирует, что он всеобъемлющ. Что, так сказать, он и водил вертолет, ходит за плугом, стоит за плечами каменотесцев-ткачей, как сказал поэт о другом великом царе, правда, голоде, и что-то общее, наверное, с Владимиром Владимировичем Путиным этого царя голода есть. То есть у него... везде. Он же божественное существо, богоданное и божественное одновременно, наделенное сверхъестественными способностями, он владеет всеми дисциплинами, помнит все цифры, знает все науки. Он лучший друг физкультурников, он, так сказать, небожитель, поэтому, разумеется, так сказать, надо поводить и вертолет, почему нет? Почему он не пошел к раненым в результате теракта, а поехал в город Торжок? Потому что, так сказать, как, эта ситуация к раненым в результате теракта, это была бы эмоционально невыигрышная для него ситуация. Он любит находиться только в психологически стабильных ситуациях, а со временем в ситуациях тотального поклонения и обожения его. Зачем же ему ехать в какую-то экстремальную историю? Ну, рано или поздно приходится, он уже бывал и сочувствовал раненым и все прочее. Это не то, чтобы для него было перешагнуть какой-то несуществующий... Да, но не по горячим следам, не по горячим следам каких-то трагедий. Здесь он никогда себя не проявлял. Помните, что он и на место катастрофы атомной подводной лодки «Курск» выбрался через 2 недели. И тогда он столкнулся с разъяренными вдовами погибших моряков Курска, и этого опыта он повторять категорически не хочет. Поэтому он никогда не отправится туда, где не ясно, что с ним произойдет. Где могут быть какие-то непредсказуемые проявления агрессии или недовольства, хотя бы, пусть даже и мягкого, в его адрес. По поводу, возвращаясь к теракту и к тому, что вообще произошло, вчера Песков сказал, что официальных-то версий пока нет, чего вообще все разобсуждались-то. А с другой стороны, хочется у него бы спросить, разве непонятно, какими они будут, но Пескова-то с нами нет, поэтому придется спросить у вас, Станислав Александрович, а разве непонятно, какими будут официальные версии? Ну, де-факто они уже существуют и оглашены устами людей весьма высокопоставленных, включая самого Владимира Владимировича Путина, который сказал, что Запад с помощью ИГИЛа пытается отвести удар от подлинных заказчиков. А подлинные заказчики – это США, конечно, которые действуют руками Украины, о чем недвусмысленно заявили и секретарь Совета Безопасности Патрушев и директор ФСБ Бортников. Что может быть официальнее? То есть Песков формально прав лишь в том смысле, что нет бумаги на бланке, на которой написана официальная версия. Да? К тому же Кремль же всегда в таких случаях говорит, что это вообще его не касается. В случае, когда речь идет об обстрелах там, российской территории или каких-то неудачах на фронтах, это дело именно Министерства обороны. Здесь это дело ФСБ. То есть, видимо, объявлять официальную версию будет, наверное, Национальный антитеррористический комитет, но не президент и его администрация. А как, по-вашему, когда это произойдет примерно? Ну, сейчас они еще шлифуют формулировки. Им же нужны доказательства того, что это сделано, безусловно, с помощью Украины. Часть доказательств они уже получили в процессе гуманного обращения с задержанными террористами. Я думаю, что эти люди, после того, что к ним применялось, способны рассказать все, в том числе, что они получали наличность непосредственно от президента Украины Зеленского. И это будет предъявлено в качестве доказательства. Нужно подсобрать еще фактуры. Ну, точнее, надо ее высосать из пальца и предъявить в качестве доказанной. Когда этот массив будет сформирован, тогда все, так сказать, будет оглашена официальная версия.
А что на самом деле произошло, как вы полагаете, Станислав Александрович? Я, кстати, сейчас голосование поэтому запущу по вопросу, а кто заказчик, по вашему мнению. А вот вы что думаете, что произошло в Крокусе в минувшую пятницу? Я здесь склонен, поскольку у меня нет никаких отдельных возможностей изучать вопрос досконально и вглубь, я склонен согласиться с американской версией о том, что и заказчиком, и организатором является запрещенная в РФ организация «Исламское государство», оно же «Исламское государство Ирака и Леванта». Что вас наводит на эту мысль, кроме того, что об этом сказали американцы? Ну, причем сказали заранее, да, за 2 недели до. И Российская Федерация не только проигнорировала это предупреждение, но и устами Владимира Путина ровно за 3 дня до теракта на расширенной коллегии ФСБ сообщала, что это все ложь, звездеж и провокация с целью посеять смуту и страх в народе, невероятно консолидированном вокруг вождя при достижении главных целей национального развития. Вот никакой другой фактуры, кроме американского, предъявлено нам не было. И, в общем, это примерно соответствует ситуации февраля, вернее, на начало 2022 года, когда американцы предупреждали о неминуемом вторжении российских войск в Украину, ошиблись на пару недель. И здесь тоже они, так сказать, у них прицел сбился на пару недель. Возможно, сама утечка информации, как и в том случае, заставило перенести немножечко реализацию этих планов. Можно подозревать, что, и, собственно, об этом пишут открытые источники, что планировался теракт во время концерта исполнителя «Шаман», он же Ярослав Дронов, 9 марта, но вот перенесли немножечко с «Шамана» на пикник. Да, я сейчас, секунду, запускаю опрос. Просто один вариант забыл сделать, и поэтому не запустил. Опрос следующим образом сформулирован. Я забыл теперь вопрос задать. Ну, ничего. Короче, вы понимаете, о чем речь. Итак, кто стоит за терактом в Крокусе? ИГИЛ, один вариант. США, Украина, другой вариант. Спецслужбы РФ. Или кто-то другой. Возможность того, что это организовали российские спецслужбы, вы 100% отметаете? Я ничего не могу 100% отметать, но нет, мне не кажется это убедительным. Хотя бы потому, что теракт в Крокусе – это большой морально-психологический удар по Кремлю и российским спецслужбам, не справившимся с этим очень чувствительным в сфере безопасности вопросом. Причем Крокус – это не какой-то периферийный объект. Это самый престижный концертный зал российской столицы, и здесь, в общем, никак не бьется это. То есть я не вижу логики в таком случае в действиях российских спецслужб. К тому же, для чего это Кремлю? Как повод для дальнейшего нагнетания истерии и закручивания гаек, этот повод не нужен. Это все истерия нарастает, и гайки закручиваются с каждым днем, независимо ни от каких событий внешнего генезиса. Как вы полагаете, правдива ли информация источников Bloomberg о том, что окружение Путина, ну или по меньшей мере его часть, не верит в причастность Украины? Да, я думаю, что и сам Путин не вполне верит. Именно поэтому он и завис со своим заявлением на 19 часов. И когда он появился на экране 23 марта, мы видели перед собой не какого-то вальяжного, уверенного в себе человека, которого мы видели на протяжении нескольких предыдущих месяцев, когда Владимир Владимирович уверился в том, что ситуация на украинских фронтах складывается для него благоприятно и перелом в его пользу вроде как достигнут. Нет, это был, так сказать, такой усталый, несколько изможденный, испуганный человек. То есть, может быть, он действительно не спал ночь, как говорит Дмитрий Сергеевич Песков. Впрочем, господин Песков и раньше уверял, что Путин работает круглосуточно. Что это, опять же, сверхчеловек, киборг, все что угодно. Живое доказательство уже существующей сингулярности, то есть единства естественного искусственного интеллекта. Поэтому тут и раньше работал круглосуточно, ну и сейчас круглосуточно, видимо. Хотя теперь... я думаю, что если по каналу «Россия» показали кадры, как Владимир Владимирович принимает доклады министров, не выходя из бассейна, это было бы еще более эффектно. Вот. Просто им нужно... у них нет выбора, они не могут обвинить в этом кого-то другого. Всякая тоталитарная пропаганда предполагает, что враг может быть только один. И главный и единственный враг у Российской Федерации – это США, который с помощью своих прокси действует против России с целью ее уничтожить и расчленить. Или наоборот, сначала расчленить, потом уничтожить, это уж как у них получится. Конечно, пока Путин жив, у них это не получится. А когда умрет, тогда уже совершенно другой вопрос. И прокси, одна рука у них Украина, другая, может быть, ИГИЛ, все что угодно. Но отступиться от концепции, что за всем злом в мире и за всем злом в отношении РФ стоят США, Кремль не может. Независимо от того, что думает по этому поводу на самом деле.
То есть даже если ИГИЛ, все равно, даже если не сейчас, то США его создали, ну и так далее. Все понятно. Ну, США его создали, безусловно, по кремлевской концепции. Да, собственно, косвенно это так, потому что ИГИЛ, безусловно, является порождением Иракской войны 2003-2004 годов. Но поскольку он был создан, собственно, на базе иракских военных спецслужбистов, вообще, так сказать, суннитов и светских, которые были разгромлены в результате этой войны, оттеснены от власти в Ираке с падением Саддама Хусейна. Но дело не в этом, нет. Будет заявлено, безусловно, что ИГИЛ просто конкретно работал на США в данный момент, как, видимо, он и делал 3 января нынешнего года, когда был взрыв в Иране на траурных мероприятиях годовщине гибели Касема Сулеймани, генерала корпуса стражи Исламской революции. А вербовку террористов еще вело посольство Украины в Таджикистане, о чем нам тоже уже сообщали. Кстати, хочу заметить, что некоторые фейки российские спецслужбы как-то отзывают и удаляют по собственной инициативе. Например, абсолютно исчез и удален из Ютуба джентльмен, который якобы собирался убить Такера Карлсона во время пребывания последнего в Москве. Также посмотрим, сохранится ли упоминание об украинском посольстве и вербующем таджикских террористов, украинском посольстве в Душанбе, вербующем таджикских террористов в окончательном релизе Кремля, в том самом официальном сообщении Национального антитеррористического комитета или нет. То есть детали могут меняться, но общая концепция меняться не может. Ну, у нас 75% считают, что ИГИЛ совершил этот теракт, 20%, что это все-таки российские спецслужбы, и 2% США, Украина, 3% кто-то другой. То есть даже США, Украина набрали меньше Дванкова, так сказать, у нас в нашем голосовании. Дальше хотел вот о чем поговорить, о последствиях всего произошедшего. Одно из последствий – это влияние на межнациональные отношения в России. И я вот не пойму, не знаю, хотел к вам в этом смысле за помощью обратиться. Власть, она разгоняет антимигрантские настроения сейчас или, наоборот, не может их погасить? Потому что антимигрантские настроения налицо, но они подогреваются властью или она их еле сдерживает? Нет, сдерживает, конечно. Об этом Путин в явном виде сказал вчера, когда он сказал, что Россия для русских это очень плохо. Россию населяет 190 народов, и все они должны быть в равной степени уважаемы, иначе РФ распадется, и это будет главным бедствием для русского же народа. Точку зрения Путина полностью поддержал так называемый патриарх Кирилл, который на очередном заседании Всемирного русского народного собора заявил, что никакого русского национализма вовсе не существует. Чем, так сказать, несколько мог расстроить таких карманных околокремлевских псевдонационалистов, утверждающих, что сам Путин русский националист. Нет, 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 тут будет, Кремль будет сдерживать антимигрантские настроения, во-первых, потому что альтернативы трудовым мигрантам из Центральной Азии на рынке рабочей силы нет на сегодняшний день в РФ. Это несколько миллионов рабочих мест, которые в случае чего заполнить нечем. Ну и главное, Кремль не может идти на конфликт с правительствами стран Центральной Азии, которые в очень значительной степени, эти страны финансово зависят от трудовых мигрантов, работающих в РФ. Еще и потому этот конфликт невозможен, что эти страны сегодня трамплин, вернее не трамплин, а коридор для поставок подсанкционной продукции в РФ, всяческого серого и черного импорта. И вот это такого типа конфликт Кремлю сейчас нужен в последней степени. То есть вот все эти обращения, не знаю, влиятельных представителей разных национальностей, там типа Тимати или Манижи, это все в русле успокоения от Кремля? Разумеется. Это и будет продолжаться. Ну, конечно, какие-то оголтелые экстремисты кремлевского же, подконтрольные Кремлю же будут еще высказываться об ограничении миграции. Вот, например, Константин Малафеев, владелец канала «Царьград», в прошлом крупнейший рейдер в сфере телекоммуникаций. Партнер Игоря Щеголева, бывшего министра связи, а ныне полпреда президента в Центральном федеральном округе. Он же сказал, что будет бороться с нелегальной миграцией, ради этого даже ушел с поста зампреда Всемирного русского народного собора, поскольку сам Всемирный русский народный собор, как кремлевская игрушка, он не может выступать против миграции вопреки кремлевской линии. Но генеральная линия партии останется неизменной. Трудовая миграция очень нужна. Об этом можно говорить именно в таких терминах или более аккуратных, но никакой альтернативы ей нет. Судьба Агаларовых, отца и сына Агаларовых, владельцев Крокус-Сити, а также вообще больших бизнесменов, является ли сейчас вопросом, или ну, с ними все
все в порядке, за них можно не беспокоиться. Я, конечно, очень переживаю за Араса и Мина Агаларовых, особенно когда выяснилось, что, так сказать, из какого сорта материала был построен этот Крокус Сити Холл. Иначе и быть не могло, понимаете? Ведь сегодня на строительстве в РФ воруют не менее 50%, и построить что-то качественное невозможно. Просто очень жаль, что это выясняется только в момент страшной трагедии. Что там, как система безопасности была устроена, что ЧОП, который охранял этот Крокус Сити Холл, в общем, не вызвал никакого подкрепления, и группу быстрого реагирования, которая находится прямо там. Поэтому мне, конечно, ну, семейство Агаларовых получит, я думаю, так сказать, 10 миллиардов рублей откуда-нибудь на воссоздание Крокуса. Это будет объявлено национальным проектом и святым делом, поскольку все остальное будет моральной победой, будет расценено как моральная победа террористов. Но, правда, еще не все учитывают, а это, так сказать, была информация давно в открытых источниках, что весь бизнес Агаларовых заложен Газпромбанку. И фактически это все дело Газпромбанка, а не Агаларовых. Поэтому с этим будет разбираться Газпромбанк. А, ну, то есть им вот судьбы каменщика, владельца аэропорта Домодедово, можно не опасаться. Ну, каменщик в свое время пострадал в результате внутриаппаратного конфликта между ним и определенными высокопоставленными людьми в ФСБ по поводу организации того, через какие аэропорты и как в московском регионе должна быть организована контрабанда. Здесь мы не видим такого предмета конфликта. Ну, так сказать, почему Агаларовы должны отвечать за террористические акты? Это зона ответственности государства. Это прекраснейшие люди, которые сделали там музей Муслима Магомаева. И, как сообщается, нам весь Крокус Сити сгорел, но сам музей, музейные экспонаты почему-то не сгорели. Ну, то есть, видимо, скоро они будут предъявлены нам как подлинные, это понятно. Как новенькие абсолютно. Они нетленные мощи абсолютно. Покойного народного артиста СССР, это понятно. Вот. И просто мне кажется, что скоро уже Арас Агаларов может объявлять сбор денег в сети с помощью краудфандинга, уверяю, что он главный пострадавший. Это очень свойственно такого типа фигурам. А то, что, так сказать, охраны было недостаточно и так далее, так он берег человеческие жизни своих охранников. А охранник в эпоху тотальной войны с Западом гораздо ценнее, чем просто обыватель. Да, значит, еще об одном последствии вот этого теракта, в общем, весьма неожиданном. Гендиректор Новой Голландии Роксана Шатуновская покинула свой пост из-за того, что ее муж, значит, написал в соцсетях что-то такое неодобрительное по поводу теракта. Николай Коношенок, и он сейчас уже арестован, и более того, проходит как фигурант дела. Она ушла в отставку, а я подумал, черт, Новая Голландия, что это? Это же Абрамович, это же Роман Абрамович. И не может он вмешаться в эту ситуацию? Или наоборот, не бьет ли она по нему? Нет, по нему она не бьет нисколько. Он как был, так и остается весьма влиятельным представителем окружения Владимира Владимировича Путина, который в состоянии вести с ним переговоры по любым вопросам, в том числе неприятным. А смена менеджмента Новой Голландии, скорее всего, это какой-то запланированный шаг. Потому что на Коношенко, кстати, написал донос депутат Виталий Милонов, как мы теперь знаем. Да, при этом Коношенок оказался, то есть не только Владимир Владимирович Путин наделен сверхъестественными способностями в нашей РФ, но и простые граждане, типа господина Коношенко, который одновременно находился в аэропорту Пулково и устраивал дебош где-то в центре Санкт-Петербурга. И теперь ему грозит, кстати, до 7 лет тюрьмы. То есть мне кажется, что это такая сознательная комбинация с целью, в том числе, смены руководства Новой Голландии. Но по интересу Абрамовича это никак не затрагивает, поскольку на этом месте тоже будет его человек. Это проект Абрамовича, и никто, мне кажется, на это покушаться не собирается. Ого, какими нынче методами решаются, так сказать, кадровые проблемы. Ну, они всегда так решались на всем протяжении истории человечества. Если кто-то подставился и сказал лишнего, язык мой враг мой, как известно, еще был в газете... Ну, там-то не она сказала, а муж. Мало ли что сказал ну, муж. Ну, это, мы же, Российская Федерация живет уже при полноценном тоталитаризме, где близкие родственники, безусловно, отвечают друг за друга. И, так сказать, наиболее унизительно в этом, на мой взгляд, для госпожи Шатуновской, может быть, она сама так не считает. Я, конечно, не должен оценивать, насколько это унизительно для нее, но это так выглядит со стороны. Что она должна была, вынуждена была в своем заявлении назвать мужа членом семьи просто. Что член семьи позволил себе недопустимые высказывания. Видим ли мы здесь какие-то исторические параллели? Безусловно, со сталинскими временами.
Потому что тоталитаризм должен, вершина тоталитаризма в том, что человек должен искренне любить большого брата. Он не просто должен, скрипя сердце и скрипя зубами, с ним соглашаться, а он должен его любить искренне и отдать в качестве человека, любое принести человеческое жертвоприношение мужа, сына, отца, мать, когда это будет необходимо режиму. Вот это мы видим на собственными глазами сейчас, от подтверждения того, что мы уже прибыли в сталинизм, миновав вегетарианские стадии развития советского тоталитарного режима в обратном направлении. Что касается, значит, Маргариты Симоньян, вчера она написала: в России должна быть введена ответственность за участие в антироссийских террористических чатах и подписку на них. Их список должен формироваться соответствующими органами, как сейчас формируются списки запрещенных организаций, СМИ и литературы. За участие в подобных чатах, группах, выдворение и пожизненный запрет на въезд в страну, как минимум, ибо неча. Не очень понятно, кого она собирается выдворять, граждан России. Она собирается мигрантов, разумеется. А, это про мигрантов. По Конституции выдворить граждан РФ нельзя. И я не думаю, что Конституция будет нарушаться в этом смысле. Другое дело, что всегда легко добиться, чтобы гражданин РФ выдворился сам. Для этого достаточно просто создать внятную угрозу его ареста или расправы в другой форме. Хотя, как мы с вами уже обсуждали в вашем Александр Владимирович Брекфест-шоу не раз, в общем, покинуть родную страну не так легко. Потому что далеко не у всех есть финансовые, организационные, а главное, психологические ресурсы, чтобы осуществить такой кульбит, кардинально меняющий твою жизнь. Но если у кого есть, то им государство сначала всегда при Путине указывает путь на выход, а если они не понимают юмор, тогда уже сажает или убивает. Но Маргарита Симоньян, конечно, имеет в виду тех, кого по закону можно выдворить. То есть потенциальных объектов вербовки террористических организаций во главе с США и Украиной, как мы понимаем. И еще хотел спросить, знаете, совершенно не относящийся к делу вопрос, ну просто раз уж встретились, но с другой стороны говорили про выборы, закончившиеся так называемый вот этот ритуал, они прошли и говорили, что до них мобилизации точно не будет, а сейчас, когда мобилизация? Есть все признаки подготовки летнего наступления. В Украине цель российских войск, цель которого создание буферной зоны, о которой уже не раз публично говорил Владимир Владимирович Путин. Нужна ли для этого будет новая волна частичной мобилизации, пока не ясно. Но ясно, что нужны дополнительные примерно 200 тысяч штыков. И они могут быть получены нынешними методами ползучей мобилизации, то есть заключения контрактов, или до дополнительного привлечения резервистов, а главное продление, добровольно-принудительного продления, ну не продления, а заключения контрактов с военнослужащими срочной службы, у которых заканчивается срок службы. Кроме того, я все-таки думаю, что в этом году будет увеличен этот срок до 2 или, может быть, 1,5 лет, чтобы тоже создать дополнительный военный ресурс. А поэтому в каких-то формах мобилизация, безусловно, будет. В каких именно, это зависит от потребности. Будет ли она насыщена нынешними методами инерционными, или потребуется все-таки более решительные шаги, которых, конечно, Кремль хотел бы избежать. Потому что политико-психологический опыт той мобилизации осени 2022 года оказался крайне негативным. И последний, самый последний вопрос на сегодняшний день к Станиславу Белковскому. Признают ли Аллу Пугачеву иноагентом? Интуитивно, я считаю, у меня нет информации об этом, как я думаю, нет ни у кого на сегодняшний день. Даже у того человека, я предлагаю все-таки как-то объединиться и создать проект «Герострат», запрещающий упоминать имена таких людей, то есть запрещающих кормить их тщеславие и тем самым побуждать их к продолжению публичной активности. Но вот этот персонаж, который писал доносы на Аллу Пугачеву, я прекрасно помню, как его зовут и не называю сознательно, значит, он утверждает, что я объявлю иноагентом. Мне кажется, что у Владимира Владимировича Путина есть некие интуитивные ограничения, поскольку он, в общем, силен своей интуицией. Как вот мне кажется, он не пойдет на отмену моратория на смертную казнь. Возможно, я ошибаюсь, но это и функционально ему не нужно, поскольку он может казнить и миловать любого. Для этого ему не нужно ни законодательство, ни следствие, ни суды. У него для этого есть весь соответствующий силовой аппарат, действующий за рамками действия законодательства. Так и здесь. Это все-таки Алла Борисовна Пугачева культовая, знаковая культурная фигура, не просто певица, а культурная фигура нескольких поколений. Вот как-то объявлять ее иноагентом – это уже перебор.
То есть хотел, да, многие хотели бы, сказать, но сказать, мне кажется, что Путин на это не согласится, что она все-таки останется таким небольшим заповедным островком, и самым большим наказанием, которое Путин в его понимании для Аллы Борисовны уже предусмотрел, это ее полное удаление из бытия и сознания постсоветского народа. Что из всенародной звезды и кумира она превращается просто в некую периферийную исполнительницу, живущую вдали от родины, что еще лет даже 10 назад невозможно было себе представить. Спасибо большое. Благодарим. Благодарю Станислава Белковского. Да, и, кстати, пользуясь случаем, призываю смотреть сегодня премьеру очередного эпизода нашего Зинаиды Пронченко проекта «Киноагент» на канале Белковский. Этот эпизод называется «Оживительный». До скорого свидания во всех возможных эфирах. Большое спасибо. Присоединяюсь к рекомендациям, тем более, что он в смысле, ну, по духу, скажем так, родственен нашему с Дмитрием Быковым проекту «Classic News», который выходит по воскресеньям. Сегодня посмотрите про кино, а в воскресенье приходите к нам с Дмитрием Быковым смотреть на параллели и в кинематографе, и в классической литературе с тем, что ныне происходит. Пастишок у нас через несколько секунд. Адская Белочка попросила сегодня выходной, но свято место, слава богу, временами не бывает пусто. И Лев Опекушин прислал нам свое творение, свое произведение на тему. Помните, вчера Лукашенко мы обсуждали здесь с Татьяной, что они с Путиным не спали всю ночь, вот, или не спали целую ночь, как-то так было сказано. Короче, о роли Лукашенко во всей этой истории погони за террористами и попыткой их проникнуть в Беларусь, чему Лукашенко и помешал. И все вы, я думаю, помните песню Владимира, во всяком случае, те, кто постарше, помнят песню Владимира Высоцкого «Инструкция перед поездкой за рубеж». Вот, и вот что прислал на этот счет Лев Опекушин. «Я ужасен и неистов, у меня свиреп оскал. Я намедни террористов на границе не пускал. Весь уставший, как собака, просто выбился из сил. Но пока еще, однако, денег я не попросил. Но как будет нам пора бы и ко сну, я про это дело крабу намекну. Ненароком брошу слово как-нибудь. Ты про деньги завтра, Вова, не забудь». Но он, как на героине, все мечты мои зарыл. Дескать, там, на Украине, кто-то форточку открыл. По губам усмешка бродит, и по роже благодать. И по-всякому выходит, что мне денег не видать. Ночью сплю, а мне не спится. Слышь, Володь, может, хватит про границу чушь молоть? Ты же не ценишь человека, слышь, дедусь? Хоть мы вместе четверть века, разведусь. Вов дремлет, как ребенок, кулачки сжал на груди. Отвечает мне спросонок: «Знаешь, Саша, не зуди, подбери к сопли эти и разводом не пугай. Что ты думаешь на свете? Ты один такой бугай? Будешь праздновать здесь трус, не прощу, и другого белоруса подыщу. Прекращай ты эти шутки и пойми, мы ж с тобой не спали сутки». Черт возьми. Спасибо большое Льву Опекушину за это блистательное произведение. А мы переходим к карте, которую вы заполняли в все эти два часа. И назаполнялись до того, что 1723 человека из 473 городов мира, особенно точка в Индии, меня до сих пор привлекает вот эта большая и красная. Я до сих пор, в общем, не очень понимаю, что это такое. Но все равно приятно, что где-то в далеком Бангалоре один человек сидит и смотрит тебя, или по меньшей мере так написал в чат, мы не знаем. Спасибо всем, кто отмечал свои города и не свои тоже на этой потрясающей карте, которая помогает нам понять, сколько нас и как нас много, как много тех людей, которые смотрят Breakfast Show. И как они смотрят, это вы показываете с помощью фотографий, отправляемых ботом, а также, возможно, у кого-то и бывает
такое настроение послать нам донат. Может быть, в следующий раз вы нам пришлете что-нибудь по этому поводу, и тогда я это обязательно прочту. Кажется, все, что я хотел сказать за эти два часа, сказано. Давайте встретимся завтра в 9 утра по Москве. Всем пока.